не рвет и не мечет, так спокойно подходит. Наверное, понимает, что по этой игре все равно надо закладываться на пропущенные шайбы, на какое-то количество. Но лететь вперед и под ноль обыгрывать нельзя. Да, да, прямо в центре зоны атаки оказался перепорт. У него, кстати, великолепный кистевой бросок. Что и показал. И не только, да, из-под...